Что случилось? У Кати Вересовой папа умер. Инсульт. Из больницы позвонили, в которой он работал, и сказали, что он провел сложнейшую операцию. Человека спас. Пришел в ординаторскую, упал, кровоизлияние в мозг. Непонятно, как Катюша-то будет. У нее же бабушка одна осталась. А мама где? Мама погибла в автокатастрофе 3 года назад. Папа больше не женился, так с бабушкой воспитывали. Вот так. Ну, я пошла. Держись. Я пошла не видеть. Здравствуйте. Садитесь. Катя, собирай портфель и подожди меня у учительской. А все остальные... Открываем параграф. Параграф 8. Читаем, отвечаем на вопросы в конце параграфа письменно. Приду, проверю. И чтобы все сидели тихо. Девочки, собирайте, сколько вас можно ждать? Поминки уже давно начались. Папочка, а мы сегодня еще успеем в бассейн? Да нет, доченька. Мы же сегодня не едем ни на конюшню, ни в бассейн. Папочка же у нас теперь организатор похорон и защитник обездоленных. Тебе не идет. Кого ты хочешь из нее воспитать? Бездушную куклу? На сборы 3 минуты. Миш... Ну, нам обязательно нужно идти. Особенно Ангелине. Туда Ангелине особенно надо бы пойти. Могла бы поддержать подругу, а то девочка без родителей осталась, а держится любому взрослому в пример. Она мне не подруга. Все, 3 минуты на сборы. А зачем 2 пакета? Этот пакет для птиц и кошек во дворе. А это нетронутая булка и колбаса. Это для дяди Пети. Какого дяди Пети? Нашего дворника. Он совсем один, и ему даже негде жить. 2-ю неделю в коптерке ночует. Зачем тебе это? Понимаешь, у него совсем никого нет. Я ему однажды конфет принесла. Так он так обрадовался, что 1 неделю меня утром у подъезда встречал и букет из листьев дарил. Из каких листьев? Желтых. Он когда двор подметал, самые красивые листья в букет собирал и мне приносил.
Ладно, я пойду. Бабушке еще надо помочь, а то она совсем расклеилась. Иди, дочка. Только кто тебе это поможет? У нее только что отца похоронили, а она какому-то дворнику еду собирает. Знаешь, дочь, возможно, и так легче. Каждый беду по-своему переживает. Все, спи. Так больше продолжаться не может. Благодетель ты наш. А, доченька, подумал. Запомни, если ты это делаешь, то больше не увидишь меня на жизни. Мама, нет. Уже все решено. В Берлине прекрасные школы. Петр уже договорился о переводе. Да выучит она этот немецкий, не переживай. На, поговори с бабушкой. Бабушка, привет. Я тоже скучать буду. Как прилетим, позвоню. Целую. Гела, я приеду за тобой ровно в 6. Давай договоримся. Поменьше ему там рассказывай, ладно? Мамочка, это мой папа, и он будет знать, где я живу и как. Где и как? Это уже я буду решать. А вот на что ты будешь жить, об этом он должен был подумать, когда с работы уходил и квартиру неизвестно во что превратил. Тоже мне художник нашелся. Но художник — это тоже работа. Работа — это то, что приносит деньги. Мы, к сожалению, живем в мире, в котором все решают деньги и связи. Он потерял и то, и другое. Ну все, иди. Я буду ждать тебя в 6. Пап, а почему ты такой стал? А какой такой? Другой. Шутишь, смеешься. А это? А я уже давно стал задумываться, что я такого в жизни сделал. И чем больше я об этом думал, тем больше мне хотелось начать все заново. Привык жить хорошо. А когда Катюшку на похоронах увидел, по мне как-то все перевернулось. Весь мой мир, моя жизнь, моя работа. Она же одногодка твоя. 11 лет. А сколько в ней силы оказалось. Мама погибла, папа умер. Бабушка совсем старенькая. А Катюх только и знает, что о других думает. Вечно кого-то спасает. Знаешь, в ней совсем нет эгоизма. Мне даже кажется, что она иногда забывает, как ее зовут. Вот я и сравнил себя и эту девочку. Я зарабатываю деньги, ничего не создаю. Мир мой ограничивается работой и семьей. Сам не смог научиться других любить и тебя не научил. Вообще жаль, что ты уезжаешь. Я на каникулы к тебе приеду. Уверена, что справишься и вырастешь хорошим человеком? Не знаю. Все так запуталось. Бабушка сказала, что ты с ума сошел. Ну, в чем-то бабушка права. Это с какой стороны посмотреть? Для кого-то ведь и кошка – лютый зверь. На все вокруг можно посмотреть по-разному. Главное – этому научиться. Ну что, домой греться?
Там Катюха пельмени наварила. У твоего папы нету даже нормальной работы. Петр Егорыч возьмет на себя заботу о твоем образовании. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Мы с тобой объедем весь мир. Ты будешь иметь все, что ты захочешь. Все, понимаешь? А твой папочка не даст тебе нормального образования. И путешествовать ты будешь только в лес за грибами. Что ты молчишь? Чего он такого тебе наобещал? Я могу спросить. Обещал, что научит меня быть хорошим человеком. Мам, не обижайся, я тебя очень сильно люблю. Но с ним мне будет лучше. Лучше? В чем? Ты через неделю уже пожалеешь о том, что ты осталась. Ты привыкла к другому. Ты понимаешь, на что ты себя обрекаешь, делая такой выбор? Да, мамочка. Я обрекаю себя на очень-очень непростую жизнь. Такую жизнь, когда иногда забываешь свое имя. Затих последний аккорд, погасли прожектора, и я стою посреди опустевшего зала. Рекою без берегов, волнение, радость и страх, и мне кажется, я что-то еще не сказала. Мне сказала.